Для представителей ведущих 70 стран был организован медиатур в Китае с целью ознакомления с богатой историей и культурой Азии. В первую очередь делегации средств массовой информации из Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ознакомились с историей, культурой и экономикой провинции Шэньси. Принимавший участие со своей делегацией Азертадж вместе с другими ведущими СМИ Евразии посетили исторические места Сианя, хранящего древнейшие следы китайской цивилизации, и были проинформированы об экономическом возрождении и успехах, достигнутых за последние 10 лет. Журналистам также была предоставлена подробная информация о проекте «Один пояс, один путь». Этот проект имеет глобальное значение для региона. Здесь речь идет о пути, который начинается из Китая до Европы. Инициатива, направленная на поддержку расширения двустороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества Китая со странами Евразийского региона, была объявлена в 2013 году. Учитывая дружественные отношения между народами Китая и Азербайджана, имеющих давнюю историю, наша страна стала одной из первых поддержавших эту инициативу. Наряду с этим, благодаря своему экономическому потенциалу, выгодному географическому положению, а также транспортно-логистическому развитию, Азербайджан вносит важный вклад в реализацию данного проекта.